сейчас мы сидим дома, и мы сидим дома, да. Ну, вот у школьников, ну, сами видите, школьный завтрак. Значит, это моя первая распаковка на канале. Давайте начнем, в принципе. Так. Давай, открывайся. Посмотрим, что нам предоставляет компьютер-губернатор. Так, что тут у нас? Ага, дорогой друг, получив коробку с домашним завтраком, ты можешь принять участие в региональном конкурсе. Это рецептов счастья. Хорошо, понятно, да. Что у нас тут есть? У нас есть какие-то, как типа хлопья. Такая штука. Шоколад с орехами. Намоны. Что это? Это чаёк вроде бы, да? Бодрость. Ну да, это чай такой, индийский, черный чай. Сам говорю, даже не знаю. Так, какие-то у нас консервы. Не знаю, что это в принципе. Так, дальше что у нас тут идет? Опять консервы. Какая-то говядина настоящая. Так, что это есть у нас? Что это? Какао-порошок. Нормально. Будем какао попивать. Так, дальше у нас тут какая-то рис круглозерный. Вау. Норм. И яблочный сок. Блин, вообще огромная целая куча сока. И грушевый сок также. На пару еще. Грушевый. Сгущеночка вкусненькая, или что это сгущеночка, да? Или это молоко? Просто под такую упаковку-то я знаю, чтобы вроде бы сгущенка была. Гречка. Крупа, гречневая. Ну, это в одной тоже, скажем так. Записка какая-то. Ну понятно, в общем, это записка всех продуктов. Сахар. Капец, как много сахара. И печеньки. Кстати, я уже скрывал тут все. Поэтому печеньки тоже успел слопать с шоколадом. Не бойся, тут ничего не было такого. В общем, вот мой пак. Пока школы нету. Завтраки тут. Вроде бы что-то написано еще. Срок с 15 апреля по 15 мая. Значит, вот мне на месяц, хотя уже как на месяц, уже намного меньше, чем месяц. В общем-то, это моя первая распаковка. Здесь вы поддержите мой канал, подпишитесь, все будет вообще классно. Всем спасибо. Ой, что не видно мне. Всем, короче, спасибо за просмотр, то, что смотрели видео. Это моя первая распаковка. Всем спасибо и до свидания.